Всем привет, мои хорошие! Наконец-то пришла посылочка из интернет-магазина RichTex. Вот такая красивая, смотрите. Уже не терпится распаковать и посмотреть, что там. Вообще, в этом интернет-магазине я заказываю впервые. Поэтому давайте посмотрим сначала вещи, а потом я вам расскажу кратенько про магазин. Это ивановский трикотаж. Ну что, давайте распакуем, что ли? Уже не терпится давно. Ух ты! Много интересных вещичек я там заказала. Девочки, красота! Девочки, в этом заказе я заказала не только для себя вещи, но еще и для своих родных, потому что тут у нас уже праздники, в общем-то, 23 февраля, 8 марта. И поэтому я решила еще и подарочки здесь заказать. Ну, давайте начнем рассматривать сначала, что я заказала для себя. Заказала я себе вещи все 54 размера, и туники, и вот брючки. Вот такие брючки домашние серого цвета. Это 54 размер, брюки называются ретро, цвет серый. Стоит 635 рублей. Давайте посмотрим. Что это за брючки? Сверху вот такая вот резиночка. Вроде довольно-таки просторная, но она такая вшитая. Так, что здесь дальше? Сзади есть кармашки накладные. И вот такие вот они прямые к низу. Но брючки эти, я не помню, они там по длине, полностью по длине, или они как делают коротковатые. Но это я уже померяю и посмотрим. Ну и с этими брючками я буду мерить еще такие вот тунички, как блузочки. Вот такой вот цвет брюк мне очень нравится, симпатичный. Я надеюсь, этот размер мне подойдет. Они немножко тянучиеся такие. А какой тут состав, сейчас я вам скажу. Состав 72% хлопок, 23% полиэстер и 5% лайкра. Вот такой состав. Вполне даже очень даже неплохой. Но они вот главное, что они тянутся. А для меня обычно я всегда выбираю то, чтобы тянулось, чтобы оно было не обвисало. Ну, в общем, надо померить. А расцветочка такая нейтральная. Она, кстати, под любую блузку подойдет. Очень хорошо. А еще что мне здесь нравится, то что брюки, вот они слежались, да, но они не помятые, то есть они не мнутся. Мне очень нравится, когда не мнутся вещи, это вообще здорово, классно. В общем, они мне нравятся. Вот посмотрим, как они только на мне будут сидеть, и тогда будет все будет классно. Вот к этим брючкам как раз подойдет вот следующая вот такая вот туника. Ну вот эти вот туники, которые я заказала, туники же бывают удлиненные, а есть такие вот как блузки. Ну вот это как блузка. Здесь, вот, здесь есть такой отделочка серенькая с таким же немножко рисуночком, который может к этим брюкам подойти. Ну давайте распакуем эту туничку и посмотрим. Тоже 54 размер. Ну в общем, я уже сказала, все 54 размера я заказала. Но мне понравилась вот тут расцветочка такая симпатичная. Смотрите, какая красота. Вот. Вот она длина. Коротенький рукавчик. Вот такой ворот с пуговичками. И мне понравилось то, что здесь такая вот идет как абстракция. И разные такие цвета. Ментол. Ну, это я выбрала ментол. Там еще другие расцветки есть. Но этот ментол мне понравился. В общем, ничего, так симпатичная блузочка, да? Сколько она стоит, сейчас посмотрим. Эта туника так и называется, цвет ментол. И стоит она 430 рублей. Ну, вполне приемлемая цена, недорогие цены вообще. Но это 100% хлопок, это вот трикотаж, кулирочка. Вот, теперь надо будет вот этот комплектик мне сейчас померить, вам показать, как это выглядит. Thank you.
Еще одна туничка вот такого розового цвета. Ну, я, чтобы не заказала розовый цвет, это буду я не я, да? Так, туника цвет розовый. 125-18. Ну, давайте распакуем и посмотрим. Тоже мне нравится тут расцветочка. Понравилась такая вот. Но это удлиненная туничка. Это уже можно даже не под брюки одевать. Хотя и под брюки тоже можно. Но нет, по-моему, здесь такая длина, что она идет как платьечко. Такая длина. Вот. Ну, вот такой вот чуть-чуть приспущенный рукав. С такой вот каемочкой, отделочкой. Love называется, любовь. И внизу тоже вот такая вот идет, внизу такая вот отделочка пришита тоже. Ну, это такая домашняя туничка, вот из того варианта, что я люблю по дому носить. Это вот мои любимые такие вот вещи, да. Это моя любовь. Ну, и мой цвет любимый розовый. Он мне очень, по-моему, идет и очень освежает, да. Туничка стоит 458 рублей. Она так и называется. Туника розовый цвет. Туничку эту мерить я не буду. Я решила ее подарить сестре на 8 марта. В общем, вам поэтому показываю, как она выглядит. Ну вот следующая туничка. Это из какого-то другого материала. Сейчас посмотрим. Состав 95% полиэстер, 5% эластан. 54 размер, но она вот такая потеплее чуть-чуть. И у нее мне понравился такой рисунок. И стоит она 1065 рублей, девочки. Симпатичный, правда, рисунок? Она идет с длинным рукавом. Вот что мне понравилось. То, что здесь на рукаве, видите, как вырез такой и с такими вот планочками. То есть рука дышит. То, что длинный рукав, это ничего, но жарко не будет. Рукав будет дышать. И на другом рукаве то же самое сделали. Так. Внизу вот так вот идет, видите, как разрезик небольшой, но как закругленный. Довольно-таки нежная она ткань, такая приятная на ощупь. Вот в ней будет не холодно, это как раз такой зимний вариант. Ну, тоже, ну, даже прилично где-то в гости пойти. Она такой длины, ну, как немножко прикрывает попку. Ну, посмотрим, как я одену ее, посмотрим, как она на мне будет сидеть. Ну, по-моему, неплохой такой, да, симпатичный рисуночек. Мне очень нравится. Хорошенький. Приятно на ощупь. В общем, называется абстракция. Ну, надо померить. Померим, посмотрим, да, как это будет смотреться. Ну и еще одна туничка, вот такая вот туничка, называется «Геометрия», 424 рубля стоит. Это 100% хлопок, это кулирочка. Вот такая у нее длина, ну она как футболочка, блузочка. Рукавчик. Так, рукавчик тут чуть-чуть вот так подвернут. Он пришит здесь. Такой заворотик. Чуть-чуть приспущенный рукав немножко. Ну, я люблю вот такие, кстати, приспущенные рукава.
так, вот V-образная горловинка. И, в общем, такой приятной хлопковой ткани. И в то же время мне нравится вот такая расцветка. Она не как футболка обычная, простая, да? Ну, такая вот блузка, в которой можно куда-то и выйти даже. Но, тем не менее, мой любимый трикотаж, в котором я себя буду чувствовать прекрасно. 54 размер. Посмотрим, как он на мне сидит, да? А еще, девочки, я заказала подарочки. Ну, вот такой вот подарочек. Я футболочку заказала сыну. Ну, как раз 23 февраля, думаю, будет ему подарок. У сына размер 54. Все футболки заказываем 54. Ну, к сожалению, сейчас сына у меня здесь под рукой нету. Померить он не сможет. Но в любом случае я уже и другие, в общем-то, с других заказов заказывала 54. На нем прекрасно все это сидит. Футболка называется цвет белый, потому что она бывает еще других цветов, но здесь отделочка идет серенькая. Такой нейтральной расцветочки я заказала, чтобы оно подошло ему подо все. Футболочка стоит 471 рубль. Это тоже очень приятная ткань, трикотаж, кулирочка и вот такой вот рукавчик маленький. Вот такая впереди отделочка, довольно-таки нейтральная, симпатичная. Мне очень нравится. Я думаю, сыну должно понравиться. Приятная нежная ткань, прям такая нежная-нежная кулирочка. Спинка белая, прямая, ну, прямая белая, чисто белая. Впереди вот такая симпатичная, современная, по-моему, отделочка. Да, очень хотелось бы, чтобы он померил. Ну, померю немножко я, да? Ну, вот такая вот мужская футболочка. Это мужской 54 размер. Еще, девочки, я заказала халатик, вот такой вот симпатичный халатик для своей невестки. Это к 8 марта подарочек, я уже подготовила ей. Так, халат называется цвет индиго. Халат 55-45, это модель, видимо. Размер у невестки 46, заказываем 46 ей. Халат стоит 977 рублей. Мне нравится. Симпатичный такой, расцветки симпатичной. Халат на молнии. Коротенький рукавчик вот с такой симпатичной отделочкой. И горловинка голубенькая. Так, здесь у нас что? Здесь надписи, что-то написано. Накладные карманчики. Два кармана вот таких с рисуночком. И внизу вот такая тоже вот отделка, как на рукаве. Ну, в общем, очень даже ничего. Такой халатик хорошенький. Я надеюсь, Наташе понравится. Наташенька, во всяком случае, я старалась выбрать для тебя что-нибудь, что тебе должно понравиться. Трикотажная ткань, приятная кулирочка. Ну, все прекрасно, все отлично. Мне нравится. К сожалению, я померить не могу. Это не мой размер. Но я думаю, что красивый халатик. Напишите, девочки, в комментариях, нравится вам такой халатик. Хотели бы вы себе такой? Ну и раз маме, папе подарочки я заказала, как же я внучку обойду стороной? Заказала я внучке сорочку. Вот такого цвета симпатичного. Так. 100% хлопок, размер 32. Ну, это по росту 122. Я ей заказываю сейчас уже 116 ей уже впритык.
Поэтому уже заказываю следующий размер, чуть-чуть побольше. Вот такая вот сорочка. Ой, какая симпатичная, мне нравится. Смотрите, такой вот рисуночек. Внизу так вот обшито, оверложено все. Так, вверху рукавчики тоже такие вот, как крылышки сделаны, тоже оверложены. Оборочка такая и вот такой симпатичный рисунок. Я надеюсь, Настюшке понравится вот такая сорочка. Мне она нравится. И цвет такой приятный, ментовый. Сорочка стоит 454 рубля. Этот цвет, правда, называется ментол. Детская сорочка такая. Ну все, я подарочки своим обеспечила. Надеюсь, им подарочки понравятся. Ну, хорошенькая сорочка, в ней спать будет тебе удобно. Она такая славненькая, симпатичная. Ну, у тебя уже как косы выросли, волосы длинные. Красота! Ой, воображулька! Так, ну и теперь ты, папулечка, покажись, покрутись. Покажи сзади. Хорошо села, это твой размер. Хороший. И материальчик, ну тут вставочка, да, вот это вот у нас идет кулирочка, хлопок, а это вставочка, то ли полиэстер, то ли вискоза, я не могу понять. Вот, ну мне нравится расцветочка такая симпатичная, она мне так приглянулась, ненавязчивая. Ну все, с праздником, спасибо, дорогой. Но еще на этом сайте, в этом магазине есть не только одежда, там есть и постельное белье, и полотенце, там много чего еще другого есть. Но я заказала полотенчика. Мне понравилось вот такое вот коричневое полотенце, потому что я заметила, что я все время полотенце заказываю себе там то розовые, то голубые, какие-то такие. А тут вот мне приглянулся вот этот вот коричневый цвет приятный, и вот на нем такие вот розы. Давайте посмотрим. Так, что тут у нас написано? Полотенце махровое, 65 на 135. Называется «Дикая роза, коричневый цвет». Вот такое вот полотенчико. Вот на нем, видите, коричневые розы. С другой стороны, оно однотонное. Вот чем мне нравятся полотенца, когда такие вот не сильно набитые, не сильно, оно довольно-таки нежное такое, мягкое полотенце. Оно компактное даже вот получается. Есть такого размера полотенце, которое занимает много места. Но это вот такое приятное, хорошее полотенчико. Так что полотенце мне очень нравится. Полотенце классное. Стоит полотенце 365 рублей. Ну, я думаю, для такого размера это недорого. В общем, классно, классно. Ну, а еще, девочки, решила я заказать себе еще одну простынь на резинке. Просто те комплекты, которые у меня уже есть, они все идут с простынями без резинки. Одну я как-то заказала, и мне понравилась. Она не съезжает ничего. И вот как раз на мой диван заказала я размер 120 на 200. Высота 20. Заказала я поплин. Называется «Ночь нежна». Это вот такая расцветочка. Ну, у меня есть такой голубенький комплектик. Как раз вот к нему и будет такая простынь. Простынь стоит 817 рублей. Агат называется расцветка. Так, ну что, откроем, посмотрим. Это хлопок 100%. Так, уложена резиночка. Я думаю, простынь это даже будет чуть-чуть поменьше, чем то я брала. Там высота 25, но для дивана 25 высота многовато. А вот 20, я думаю, будет получше уже.
Вот. Но и тем не менее, я надеюсь, этот размер как раз я себе правильно взяла. Потому что я померила ширину дивана, у меня 120. Я что-то думала, что у меня там чуть больше. Вот. В общем, вот такая вот расцветочка. Вот такая приятная голубенькая расцветочка. И приятная хлопковая ткань. Поплинчик. Освежает меня, да? Ну все, это я померяю и вам покажу. Вот этот размер простыни идеально подходит на стандартный диван. Очень хорошо. Углы зашли. И здесь, так как высота дивана невысокая, а здесь 20 сантиметров глубина, эта глубина подходит, ну то есть высота, она подходит лучше. И очень она идеально легла. Даже есть небольшие запасики. Но если вот ткань подсядет после стирки, она тогда просто замечательно вообще ляжет здесь. Хороший материальчик, поплинчик. Все прекрасно. А еще, девочки, мне дали подарок. Кстати говоря, на сайте на этом дают подарки. Если кто-то делает заказ от 3000, то вам подарок. Вот такой подарок у меня. Сейчас мы его рассмотрим. Он идет не бесплатно. И еще помимо подарка будет скидка на следующую покупку, на следующий заказ. Вот, это тем, кто заказывает свыше 3000 заказ. Ну, давайте откроем, посмотрим. Я вижу, что это вафельное полотенце. Полотенце тут не одно. Раз, два, три. Три полотенчика. Это кухонные полотенчики. Вот такого они размерчика. Вот. С таким рисуночком. Вот прекрасно. Даже мне не пришлось заказывать для кухни такое полотенце. Рисунки они все разные тут. Так, там вазочка с цветами. Тут кувшинчик. Тут тоже цветочки. В общем, такого размера. Ну, это, естественно, чистый хлопок. Размер 60x48 этих полотенчиков. Приятные. Но они сейчас пока еще вот такие вот, как стоят. Когда после стирочки они станут мягенькие. Классно. Я довольна подарком. Мне нравится подарочек вот такой. Ну вот и все, мои хорошие. Весь заказик я вам показала. Все ссылочки я оставлю в описании. Ссылочку на скидочку, ссылочку на сайт. Заходите, выбирайте себе. Очень много красивых вещей, красивых расцветочек есть. И там одежда, конечно, и для женщин, и для мужчин, для детей. Постельное белье, полотенце, многое другое, аксессуары, там еще много чего есть. Шторы, скатерти, в общем, товары для дома есть. Там даже есть раздел «Молодежный трикотаж». И там много чего есть интересного, симпатичного. И даже есть какие-то вещи вот моего размера. Даже что-то там я и выбирала для себя. В общем, заходите, девочки, смотрите, выбирайте. Цены недорогие, цены лояльные. Вы обязательно что-нибудь для себя найдете. Ну и также для своих родных и близких. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.